Что ж, друзья, всех приветствую на своем канале, с вами снова Алекс, и это канал Game Stories. У нас новая игра, точнее, ее ремейк, где разработчиком является всего лишь один человек, да, и в Steam эта игра обозначается как хоррор. По факту это же просто симулятор ходьбы в большей степени, и давайте не буду мучить вам с долгими разговорами, поэтому начнем и посмотрим, с чем же нам придется столкнуться. Я не играл в основную часть, и в основном, может быть, это даже один из плюсов. Очень резкая камера, и... Так, что у нас тут? Банки. Должны мы решать определенные головоломки, по сути. Но, может быть, и нет. Не знаю, насколько много их будет. Так, дверь заперта, да? Пока не понимаю, что это... здесь делать, но в основном, естественно, нам придется ходить и наслаждаться в большей степени атмосферой и постараться проникнуться в то, что нам пытается, ага, донести разработчик. Свет подкажет выход. И, судя по всему, играем мы за мужчину. Игра разработана на Unity, поэтому... Первое, что может подумать каждый, ну, здесь не будет чего-то такого сверхъестественного, потому что Unity слабый движок, но могу вас заверить, что это абсолютно не так. И я уже почитал часть отзывов, и действительно, все пишут, что нам придется реально насладиться всей атмосферой. Я постараюсь как можно меньше, наверное, говорить, только в особенных местах, чтобы вы также могли... вместе со мной походить, послушать музыку и, возможно, погрузиться, постараться, по крайней мере, погрузиться в атмосферу. А, понятно то, что на видео, может быть, все будет передаваться не так, как это сейчас происходит у меня, но я советую всем надеть наушники, потому что здесь хорошая... Ага, дверь заперта. Хорошая, судя по всему, пятиканальная система звуков, который позволяет хорошо прочувствовать атмосферу. О, не ждите чуда, чудите сами. Это намек? Отлично, инвентарь. А, три. Что такое три? Типа три мы на тройку можем достать. Понял. А, может быть, мы сможем ударить кого-то этим? А, наверное, этим мы сможем открыть дверь. Например, вот эту. Так, супер. Посмотрим, нет ли у нас еще что-нибудь, что можно было бы взять. Естественно, это система головоломок, и вот, я так понимаю, это была первая из них, и, скорее всего, они все будут достаточно... О. Я помогу тебе. Не нравятся мне только звуки, которые доносятся периодически. С каких-то сторон, и вполне возможно, это действительно отчасти может быть хоррором. Даже не знаю, с чем мы столкнемся здесь. Кто-то нам хочет помочь. Ну что ж. Пусть попробует. Так, пройти мы тут не можем. Чем же он нам поможет? Я бы с радостью выпрыгнул тебе через это окно. А, возможно, нам так и стоит сделать. Нет? Видимо, нет. Тогда зачем здесь такой проход? Подозрительный проход, который... явно как бы нам, мягко говоря, намекает, что тебе нужно пойти именно сюда. Тогда у нас остается только дверь, которая была в самом начале, которая была заперта, но мне кажется, там нужен был ключ, разве нет? Какие-то очень подозрительные звуки доносятся за этой дверью. Хорошо, что хотя бы фонарик заряжать не надо. Уже хоть что-то радует. Дверь заперта. Да, видимо, на ключ.
О, тут, оказывается, есть бег. Хорошо. Так, не вижу, чтобы что-нибудь подсвечивалось еще. Может быть, мы не все, конечно, ящики открыли. Либо что-нибудь в этом духе. Я тебе помогу. Что он этим хотел сказать? Как насчет того, чтобы выйти наружу? Но нет. Так, и ничего, естественно, у нас не подсвечивается. Первый тупик. Я помогу тебе. О! Открылась дверь. Интересно. Раньше такого не было. Лекционная. Заперта на ключ. Подозрительные мужчины. Театральный март. Не знаю, что это значит, но пока что выглядит все забавно. Конечно, мы можем, наверное, стараться более быстрее все обыскивать, но будет ли в этом интерес? Главное, чтобы на нас никто не выскочил, иначе с таким погружением это будет сразу автоматический кирпичный завод. Оба. Хорошо проверить этот шкаф, но, видимо, уже внизу. Что ж, да, вполне неплохая мысль. Это еще что такое за звук был? Нет, ну вы слышали? Не нравится мне все это. Ну ладно, двинемся дальше. Ага, кодовый замок. Это мы можем уйти, найти этот код. Когда будет ясен порядок, изображения дадут ответ. Цифра 7. Да, на самолете цифра 7. Скорее всего. Нужно найти еще несколько. Либо попробовать методом подбора, на самом деле. Цифра 7. Но единственное, что очень много нужно будет перебрать. Хотя вполне возможно, что семерка не должна стоять по центру. Неизвестно. Ладно, окей. Предположим, мы не знаем. Идем разгадывать дальше. Так, а вот как раз-таки там другая сторона нашего выхода, в который мы не смогли попасть. О, сотка. Неплохо. Сразу видно русского разработчика. Так, вот какая-то картина. А, это просто самолет. Думал, может быть, тут тоже есть номер, но, как казалось, нет. А, наверное, нужна зажигалка, а? Супер. Так, ничего изучить мы здесь не можем. Тетрадки мы тоже взять не можем. Но, наверное, это все, что мы можем здесь сделать. Окей, двигаемся дальше.
очень страшно заходить в такие вот узкие двери и пытаться в них что-то разглядеть. Но у нас сейчас только такая задача, и мы только это и можем делать по сути. Поэтому другого варианта как-то особо-то у нас и нет. Так, какие-то щитки, может, мы сможем включить свет, но нет. Дверь заперта. Как и была до этого, ничего нового. А, возможно, стоит проверить шкаф, который мы скинули. В нем найдем какой-нибудь ответ. Подозрительная милая игрушка сидит на стуле. Это может что-то значить. И обычно игрушки в таких играх это ничего хорошего. Оп, мелочь. Отлично. Мелочь никогда лишней не бывает, действительно. О, вода. А вот и достижение. Я просто проверил. Да, почему бы нет? Видимо, он не так голден. И что он делает, собственно, в этом здании? Меня больше всего интересует именно этот вопрос. О, точка появилась. Так, ничего мы взять не можем. Опа. От директора поступило распоряжение наладить работу резервного генератора в подвале, якобы в связи с участившимися случаями перебоев электроэнергии. Хотя никаких перебоев в последнее время не наблюдалось. Генератор старый, еще советских времен, поэтому придется потрудиться. Подозрительные вещи творились тут. Возможно, в этом замешан директор. Опа, ключик. Так, интересно, от чего этот ключ? Возможно, от театра. А возможно, и от всех других дверей. Но я думаю, стоит сейчас подняться наверх и изучить этот вопрос более детально. Так, что у нас тут? Картина. Почему тут все девушки? Один мужчина, по-моему, на заднем плане. Ну, ладно. Так, где-то должен быть ящик, который мы выкинули. Я думаю, прежде чем идти наверх, стоит его найти тоже. Жуть. Конечно, кажется, что, ну, по сути, ничего страшного не должно быть. Бегаешь по... Лично 8. Так, у нас было 7. У нас было 8. 4 июня. 874. 874. Так, давайте пока не забыли, попробуем ввести этот код. 874. Вспомни, где мы еще это все вводили. По-моему, там вот в крайней комнате. Да, так и есть. Итак, 874. Как применить-то? Алло? 784. Нет. 748. Нет. 847. Нет. 487. 478. Нет, наверное, все-таки ставим пока так. Возможно, это единственный вариант, который у нас есть, но либо я до конца не понимаю, как. Когда будет ясен порядок изображения, дадут ответ.
Мне казалось, что именно все картины были правильным ответом, но, видимо, нет. Хорошо. Двигаемся дальше. У нас, благо, есть еще много чего, чего нужно изучить и найти правильные ответы на вопросы. Так, здесь, я так понимаю, выход. И нужно найти вот какой-то из этих шкафов, который мы скинули. Понять, что там было внутри. А, наверное, он был с другой стороны. Как далеко мы вообще можем уходить? Мы все это можем исследовать? Хм. Недурно. Но какие-то подозрительные звуки доносятся изнутри. Слушайте, вполне неплохо для разработчика. Одного разработчика, да, который занимался этой игрой. Я так понимаю, вовнутрь нам не попасть. А, нет. Слушайте, этот божественный лом просто творит чудеса. Так, что у нас тут? Эй, как мне пройти-то? Гроза автобусов. Ну да, мы такие. Так, диспетчер внезапно прервал рейс, направил по другому маршруту. Предупредил, что дело важное, и всех нужно доставить до финальной точки. В дороге с разных адресов подобрали еще десятка пассажиров. Прибыли на место без каких-либо объяснений, поделили на группы и направили к зданию. Да, в этом здании определенно что-то случилось, и теперь у нас есть канистра, в котором есть немного топлива. И это вдвойне круто. Началась какая-то завораживающая музыка. И мне хочется поскорее вернуться назад. Ага, вот, собственно, и, наверное, этот шкаф, который мы скинули. Что в нем? Да он пустой. Хотя, возможно, и вот этот шкаф. Да, наверное, вот этот. Так, мы сохранились. Ага, еще один ключ. Забрали. Судьба Берки, ключ от подвала. Да неужели? Мы нашли ключ от подвала, тогда, скорее всего, ключ, который у нас есть сейчас, это ключ от дверей на верхнем этаже. Но это не точно. Я вроде бы обошел все комнаты. Хотя могу ошибаться, да, вот здесь вот я точно не был. Давайте заглянем. Ой, как-то дверь подозрительно странно открылась в обратную сторону. Привет. Слушайте, вот меня прям до мурашек сейчас пробрало. Очень было неожиданно. Звонок из министерства был громом среди ясного неба. Первые секунды мозг отказывается верить в озвученную с другого конца правды информацию, но постепенно приходит сознание и ужас. Однако, нужно держать эмоции при себе, сохранять спокойствие, чистый разум. Администрации нет теперь. Догадываюсь, почему. Если ложится на наши плечи, нужно срочно принимать решение. Что же здесь такого произошло, черт возьми? Лекционная? По-моему, там на бирке было написано лекционная. Так, мне показалось, или вот с этим можно как-то повзаимодействовать ящиком? Нет, видимо, показалось. Медведев и Путин. И в них дротики. Окей. Очень подозрительно. Ну, как бы можно было бы это с чем-то символизировать. Ну да ладно. Опять сзади меня какие-то были скрипы. Непонятные. О, сыграем. А, нет электричества. Ну, конечно. Еще вот тут было электричество в этом здании. Хотя, вполне возможно, мы сможем завести генератор. Не просто так же мы здесь находимся.
и поиграем всеми нами любимую игру. Здесь там осталась только одна игрушка, не знаю, насколько ценная. Так, я так понимаю, мы теперь можем везде зато ходить, благодаря нашему ключику. Приемная комиссия. Московский гуманитарный университет. Погоди, это что, МГУ? Слушайте. Блин, а я не был в МГУ. Ставьте лайк в чат, если кто был в МГУ. Блин, это реально круто, если это МГУ. Обязательно посмотрю после интернета, как он выглядит. А что, если это один в один воссозданная копия МГУ? И... А, жалко, мы пройти туда не можем. Экскурсия по разрушенному МГУ у нас сегодня, судя по всему, намечается, и есть, собственно, тот самый, скорее всего, подвал. Как-то мне не очень хочется прямо сейчас туда спускаться. Я думаю, для начала схожу в театральную. И, слушайте, здесь достаточно много этажей, а я был всего лишь на двух. Остальное это фейк. Так, ну здесь мы начинали. Все верно, пойду схожу к театральной. И посмотрю, что там. И да, вот она. Погнали. Слушайте, если это реально МГУ, кому-то будет очень интересно ходить по всем этим кабинетам. Ну, блин, жалко, я, к сожалению, не знаю, насколько это соответствует действительности. Но выглядит это, конечно, очень завораживающе. Забавно, но каждый предмет, оставленный, забытый кем-то, каждое слово, нацарапанное на парте или кресле, это в каком-то смысле элемент истории, который порой может быть здесь весьма значительным. Интересно, спустя время будет ли все это иметь ценность, как, например, найденные останки древнегреческих амфор. Да, видимо, разработчик действительно восторгался своим местным обучением, если оно действительно было его. Ну, а мы пока что можем только походить по этому лекционному залу и понаблюдать, как здесь все воссоздано. О, бутылка. Лимонад. Практически полный, проект разработчик на пленке электричества. И нам, видимо, да, стоит восстановить электричество, чем мы, собственно, и должны заняться. Забавно. Ну что ж, пойдем восстанавливать электричество, друзья. Ну, а пока что, я думаю, на этом все. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Ну, а мы обязательно продолжим исследовать МГУ и найдем, я думаю, еще множественно интересного. Ну и разгадаем его основную тайну, что же стало с электричеством и как все это можно исправить. До новых встреч. Всем пока.